Чемпионат Алтайского края по гребле на байдарках и каноэ собрал больше 100 гребцов со всего региона. За два дня соревнований спортсмены разыграют 84 медали в 28 видах. Главная борьба за золото и за место в составе сборной Алтайского края на летней спартакиаде молодежи и первенстве России до 19 лет. Состав команды 13 человек, у нас регион выступает достаточно хорошо, и поэтому у нас высокая квота, предмаксимальная, скажем. Максимальная 16 человек. Один из лидеров сборной края – Владлен Ушаков. Гребли на байдарках и каноэ он занимается 7 лет. За это время уже стал мастером спорта. Недавно приехал со сборов перед чемпионатом России. Сегодня же на всех дистанциях готов бороться за золотые медали, чтобы отправиться на спартакиаду. Это спартакиада молодежи, а у нас в крае молодежного возраста очень мало людей. То есть, и ну, я так думаю, что я поеду. Но надо все равно выиграть, потому что планку нужно держать, которую задал. Поэтому буду стараться, как всегда, это же гонки. Вот и стартовал чемпионат Алтайского края по гребле на байдарках и каноэ. Как мы видим, дождь, погода не шепчет, но все же юные спортсмены уже на воде. Они готовы покорять и вести борьбу за золотые медали. Именно они будут представлять уже через пару лет, возможно, сборную России на международных соревнованиях. Ведь будущее только за нашими спортсменами. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.